Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Горбачев, и сегодня мы поговорим об имитации колонка, а попросту о кистях из рыжей синтетики. Фирма Рублев выпускает из рыжей синтетики идеальные кисти любого размера, любой формы и для любых задач. По своим качествам кисточка из рыжей синтетики очень похожа на колонковую. И в работе мы ее применяем точно так же. Наполняемость синтетической кисти, конечно, ниже, чем у натуральной. Зато у синтетики гораздо выше прочность и значительно ниже цена. Делать отмывку синтетической кистью – это настоящее удовольствие. Если помогать себе салфеткой, то отмыть можно практически до бела. В большинстве случаев применение резерважа становится необязательным, а это очень важно, особенно в условиях работы на пленэре. Изменяя нажим, можно регулировать еще и тональность отмываемой детали. Натуральные кисти – это замечательно, но и синтетические заслуживают внимания и уважения, потому что аргумент цена и качество весьма весомый, лично для меня.